Здравствуйте, меня зовут Николай Позаненко, я юрист. В современном мире технологии позволяют оптимизировать труд настолько, что почти полностью обойтись без бумажного документооборота, заменив его электронным. Так, например, Почта России на официальном своем сайте позволила осуществлять посылку почтовой корреспонденции посредством электронных заказных писем. Для этого необходимо авторизоваться через госуслуги и, выбрав письмо заказное отправление, либо простое отправление физическому или юридическому лицу, загрузить файл и отправить получателю. Если получатель при этом зарегистрирован также на официальном сайте Почты России, то моментом получения почтовой корреспонденции будет момент открытия этого сайта у получателя. Таким образом, получается, что мы не распечатываем бумагу, не покупаем конверты, не идем на почту, а оптимизация происходит настолько, что в электронном виде направляется корреспонденция посредством официального сайта Почты России. Кроме того, официальный сайт Почты России позволяет нам отправить корреспонденцию в другой регион за считанные секунды, поскольку отправление открывается в том регионе, которому оно адресовано. И, соответственно, там же, в случае, если получатель не зарегистрирован на сайте Почты России, распечатывается и извещается непосредственно адресат. ГАЗ правосудия, система электронного документооборота, взаимодействие с судами общей юрисдикции имеет место быть. То есть на официальный сайт любого почти суда содержит такой способ взаимодействия, как ГАЗ правосудия, электронный документооборот, позволяющие обращаться в суд с заявлениями, жалобами, исками, возражениями, ходатайствами и различного рода иными какими-то документами посредством электронного взаимодействия. Опять же, авторизация через госуслуги, и подгружаются документы, направляется. То есть таким образом сейчас система взаимодействия с контролирующими органами выработана настолько, что можно взаимодействовать практически без бумаги. Взаимодействие происходит и с контролирующими органами там, МВД, прокуратуры, Роспотребнадзора, с официального сайта. Это позволяет также отслеживать хронологию, историю этих размещений, публикаций, и позволяет эту информацию хранить достаточно долгое время в удобном формате и в хорошем качестве. Экономя бумагу, мы, значит, не только способствуем порядку в своей работе, но и экономим время при электронном документообороте. С вами был Николай Позаненко. Знайте законы, умейте защищать свои права.